Пожалуйста, расслабьте ваш рот. Расслабьте ваши веки. Расслабьте ваши руки. Немножечко втяните живот. И сфокусируйтесь на дыхании. Наблюдайте ваш выдох. Выдыхайте медленно. Представьте, пожалуйста, что вы лежите на кровати умирающего. Если вы посмотрите вверх, вы увидите вашу семью, людей, которых вы любите. Они смотрят вниз на вас. И они плачут. Держат вашу руку. Вам становится тяжело дышать. И, наконец, ноздри ваши склеиваются, и вы уже не можете дышать. Вы не можете открыть ваш рот. Острая боль в вашей груди. И очень тихая. Вы ничего не можете слышать. И вдруг неожиданно вы начинаете бежать с горы.
Вы бежите. Вы начинаете очень быстро бежать, и огромные камни сыпятся сзади вас, догоняют вас. Ужасный звук издается, землетрясение. Вы бежите и бежите. И вдруг вы слышите другой звук. Бушующие волны цунами поднимаются из-за горы. И вы бежите, чтобы подальше быть от этих волн. Но они все-таки охватывают вас. И вы начинаете бороться в воде. Боретесь, чтобы выбраться на поверхность. Вдыхаете воздух и снова погружаетесь под воду. И река несет вас все дальше и дальше, как листок в огромной бушующей реке. И вдруг, наконец, вы ощущаете землю под своими ногами. И вода отходит. И вы лежите абсолютно изможденные на этой земле. Солнце сильно вас палит, ваше тело. И вы ощущаете песок. Начинаете плакать, вы видите далеко где-то воду. И вы начинаете ползти к воде. И чем ближе вы подползаете к ней, вы понимаете, что это всего лишь мираж. И вы доползли до этого места, где мираж. И вы проползаете сквозь этот мираж. Вдруг вы уже поднимаетесь и идете. И вокруг вас пронизано все дымом. И этот туман все очень густой, очень плотный. И сквозь этот туман вы начинаете замечать маленькие-маленькие искорочки света. Вы идете сквозь этот туман, сквозь эти искры света, пронизывающая тишина становится все более спокойнее и тише. И вы следуете за этим светом. Впереди вы видите пламя огня. И все становится вокруг все более и более тихим. И вы пробираетесь к этому пламени. Campfire. И это пламя, оно не движется. Это как пламя свечи. Вы идете по направлению к нему. Оно становится все больше и больше. И вот вы подходите, и это пламя с размер вашего тела. И вы даже можете пройти сквозь это пламя. Оно не обжигает вас. А с другой стороны, глубокая темнота и тишина. И вы проходите сквозь этой темноты. И где-то далеко на горизонте вы можете видеть, как маленький свет появляется. Это еще не солнце, но вот такой белый свет —
и вы движетесь по направлению к этому белому свету. И весь этот белый свет покрывает все небо. Мягкий, мягкий белый свет. И потихоньку он начинает менять свой цвет в красный, как на рассвете, как на закате, прошу прощения. Вы продолжаете идти, вокруг тишина. Красного цвета становится все меньше и меньше. И вдруг он исчезает. Больше нет красного. И сплошная темнота. Сядьте, пожалуйста. Всмотритесь в эту темноту. Вокруг вас темнота. Вы даже не можете видеть своих рук. Вы не можете видеть своих ног. И в этой кромешной темноте очень-очень тихо. И вдруг вы замечаете что-то похожее на кристалл или стекло. И ощущается так, как будто вы внутри этого кристалла, внутри этого стекла. До сих пор очень темно, но ощущения такие, как будто вы внутри этого кристалла. И тут потихоньку вы начинаете видеть лицо вашего учителя, но все темно. Как кристалл. Но вдруг, неожиданно, вы видите, что учитель сидит перед вами. Ваш сердечный учитель. Поэтому вы не один. И в самой глубокой части умирания вас ждет ваш учитель. Давайте посидим немножко пару минут и подумаем о своем учителе. Все остальное — темнота, тишина. Сознание практически закончилось. Но там есть учитель. И вы видите вашего учителя остатками своего сознания. Просто всматривайтесь в его лицо.
Then slowly. Потихонечку можете возвращаться. Медленно открывайте ваши глаза. Потянитесь.